С какой стороны? С левой? Все, зашел под машину. А, все? Поздно. Ага. Смотри, как спустится. Да, вот он, вот идет. В другую сторону подъезжает? Котяра, ага. За кем-то охотится, что ли? Да, тусуется себе один в городе здесь. Хозяин города. Да. Хозяин ночного города. Пока машин нет, он на проезжей части разгуливает. Он, смотри, еще играется. Ну, кого-то там нашел. Ага. Может, мышь какую-нибудь? Ну да, что-то он словил, видать. Ладно. А там еще один котик дальше. Эти чайки с ума сошли уже. Да, малыш. Они под дом, которые в армии, помнишь, тоже были эти чайки? Угу. Ночью они начинали кружить там, орать. И еще не смеялись, так ха-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 
О, смотри, как они воют. Так, сейчас попробуем вон оттуда пробраться. Город пуст, друзья, находимся на острове Гоза. Там у нас наверху сидят. Ресторан то ли работает он сейчас, то ли не работает. По крайней мере, людей нет, но сверху кто-то сидит. Пару человек. Сидят, да? Ночной такой. Сколько примерно цены? 15 евро. 15 евро, 13 евро. В общем, если так примерно средний брать, то здесь получается дороже, чем на Мальте. Да. Так же? Ага. Не в два раза, конечно, но... Нет, не в два, но... Ну, немного. На 30 примерно, да, процентов дороже. А вот здесь можно спуститься. Пойдем вот так. По набережной. Ну да, это та же набережная. Пойдем поверху туда. Вот название этого места, друзья. Кс-ленди, но говорится Шленди. А вот место, в котором мы сейчас находимся, вот оно. То есть вот это стоит. Вот эти вот ресторанчики вот здесь идут, вон они, вот эти ресторанчики Гоза. Находятся. Гоза, you are here. А вот он весь остров сам. Мы сейчас стоим где-то вот здесь вот примерно. Вот здесь вот даже. Вот здесь. Вот здесь вот эта скала. Смотри, как она идет. Звезды. Какой-то тоннель написано. Шленди туннель. Точно, здесь туннель. Тут какой-то тоннель. Ага, может это вот эта лестница, которую мы видели, нет? Хотя нет. Не знаю. Лестница же оттуда идет. Это вот здесь мы шли. А вот лестница, да, на лестница здесь точно все правильно. Где же тут туннель? Значит, туннель это другое. Вот он. Лестница, вот она. Вот она проходит сюда. Да, да, да. А туннель получается где-то там должен? Туннель получается где-то вот здесь начинается. Я вообще его не вижу. Ну да, надо бы может быть он днем как-то больше виден. Может, он вообще подводный какой-нибудь. Может, он подводный туннель на самом деле. В общем, завтра мы изучим этот вопрос, что за. А тут смотри, как будет. Это просто так рыбу нарисовали. Где? Но здесь написано, видишь, можно плавать. И здесь можно плавать. А, вот можно все-таки плавать. Да. Но там все равно столько медуз. Там, видимо, никто не плавает. Угу. А вот здесь какие-то рыбы нарисованы. Ну, посмотрим. Если плавать можно, уже неплохо. Почему тогда? Вот здесь можно плавать, вот здесь, а вот здесь вот нельзя. Это что за место там? Не знаю. Сейчас мы увидим, что это за место. Пойдем, посмотрим. Озеро. Чайки орут. Да, они конкретно вообще орут.
Друзья, когда жили в Варне, это в Болгарии, там эта квартира, которая, где мы жили, она находилась в таком месте, что во дворе жили чайки у нас. И вот, как сказать, до этого я воспринимал этих чаек, ну как, чайка, там, чайка, птица, птица, такое море, красота, такая прекрасная птица. Но после того, как они стали жить, когда я реально увидел, что это такое, это было ужасно. Всю ночь они, вот то, что вы сейчас слышите, вот этот звук, только сейчас мы находимся очень далеко, потому что этот звук идет вон с той горы, с той скалы. Вот, ужасный звук. Вот это, как кошки дикие такие, всю ночь. А это находилось прямо рядом с нами, перед нашими окнами. И всю ночь эти чайки. Утром у них начинаются совещания какие-то. Там они смеются, радуются, какие-то у них сходки происходят. Да-да, обзывают, дерутся. Там целая жизнь там у них происходила. Но эта вся жизнь происходила настолько ярко, настолько громко и настолько вот в плане звуков ужасно, что уже невозможно было жить в этом месте. Мы оттуда свалили. Вот такая вот, как это, варнская история с чайками. Здесь они вот тоже, эти чайки. Хотя они не везде такие. В некоторых местах они как-то себя тихо ведут. Но вот здесь, они, да, на море все тихо. Да, возможно, на море они себя тихо ведут. Эй, водолазы вылазят из воды. Где, где? Они, видимо, плавали. Вон там вот водолазы из воды вылазят. Да? Костюм. А, вон, ага, точно. Они только что на это смотрят. Вон, кто-то один плавает. Точно, вон, точно, смотри, точно. Ага. Вот там, видишь, плавает один? Да-да-да, да-да-да, точно. Фонарями. Да, вообще они тигрысы ночные. Видишь, у него фонарем, он светит на дом. Ага, ага, да-да-да. Вон там сидит на дом, как он светит фонарем. А сейчас я вот этого рассмотрю. Вон, да. Какой мощный фонарь. Сейчас вот они в свете появятся, посмотрю, что за типы. Ничего себе. Да. А где эти? А вон те. Тоже. Они, залазят, они ищут, что ли, что-то? Что они там лазят? Они будут плавать? У них подводная... Вообще, типы, они серьезные. Подводная Одиссея. Ага. Ночная. Точно. Представляешь, люди, которые занимаются этим, на ночь прикольно. Да, представь, ночью. В любом месте приехать, ага. Ночью. Да, да, снарядился, да. Никакая медуза не упустит. Ну да. Все, заплыли, тоже пошли они. Вообще прикол. Они, может быть, пошли этих чаек изучать. Сумасшедших чаек этих. Я думаю, они вообще будут нырять. Может, они этот тоннель поплывут? В туннель? Подводный туннель. Возможно. Прикольно. Возможно и так. Да, друзья, вот такие вот водолазы здесь у нас лазят ночью. Только там медуз сверху. Угу. Да как у них фонари. Они сейчас сюда попадут, в пещерную. Угу. Ну, смотри, он сколько от этого от берега отошел, видишь, он до сих пор стоит еще. До сих пор еще стоит, понимаешь? Ага. То есть он, вода, значит, там не такая глубокая. Вот, вот он потихоньку погружается в воду. Нам нужен только фонарь. Зачем он нам нужен? Может, видишь, они уже, по-моему, под водой светят. Да, ну вот, все, он уже сейчас уходит. Если нужно, потому что классно, все видно. Посветил, и камеры снимаешь, все видно. В таком плане? На камеру такой фонарь поставить. Да, ого, да. Так у тебя хорошо все видно, смотри. Да, да. Обалдеть, все, как так у тебя хорошо видно? Ну, камера, видишь, по-другому, хорошая камера. По крайней мере, все вот сейчас очень сильно показывает, да? Видно. Ага. Если бы та была бы... Я так не вижу глазами. Но он же приближает, естественно. Ну, хорошо, приблиз у него, да. Не трясется. Здесь ветра нет, я поэтому ее держу спокойно. Если ветер был бы, было бы сложно вот так держать сейчас. Ну давай, погружайся. Да, прикольно. Их там целая бригада. А, нет, их больше нету. Два, и еще там два было, да? Там было два, здесь два и еще два. А, еще два, то есть шесть человек. Может, какая-нибудь, этот, как его? Первый вообще уже уплыли куда-то. Может, какой-нибудь диверсионно-разведывательный батальон? Вон, да? А ну-ка. Вон, видишь, светит. Они под скалами плавают.
А, вон, ага, точно. Здесь не видно уже. С этой стороны не видно. Ладно, пойдем. Осторожно. Такая вот, друзья, здесь жизнь ночная проходит. В нашем райончике Шленди, который называется, на острове Гоза. Вот в этом месте нельзя купаться, видишь? Угу. Смотри. Но это здесь, наверное, нельзя, потому что здесь вот эти рестораны идут. Рестораны. Да. Ну, все понятно. То есть вот там можно, вон вот там пляж. Где пляж идет, видишь? Да, там на пляже можно. Можно. Единственное, там медузы, конечно. Ну да, там медузы, ну как бы можно, но медузы же не твои проблемы. Да. Так, пойдем в нашу сторону тогда. Может, пойдем за одним двором? Я думаю, по набережной. Пройдемся, посмотрим, как тут у нас обстановка. Как выглядит. Если здесь можно. А вот здесь вот можно зайти. Можно вон оттуда зайти, можно здесь зайти. Пойдем вот так спустимся. О, здесь кипит жизнь, видишь? Здесь все нормально. Такая вот здесь жизнь протекает. Вот эти вот рестораны, друзья, это самые, можно сказать, дорогие в этом месте, потому что набережная идет. Но дорогие как? Примерно блюдо там 10 евро стоит. Если рыбный что-то, сиэфуд стоит 15 евро, 18 евро, 13 евро. Зависит, смотря что, как, в каком количестве. Но все равно, если по процентности брать, то немного дороже. Это самое такое красивое, эксклюзивное место. Даже здесь написано где-то эксклюзив. Сейчас не помню, где это, где-то здесь было. Ну да, тоже они закрываются, пора уже. Да. Выжимают последнего клиента, да. Дожимают. Если не уплатил сразу воду. Проверяют, может, всякие. Ну да. Приборы свои. Да, сейчас посмотрим, чем эти занимаются наши водолазики тут. Здесь пляж. Я взял вот такой вот галька. То есть камни такие, здесь нету песка. Вот. Я пока не видел, чтобы здесь кто-то загорал. И вообще, чтобы здесь даже купался, ну, кроме этих водолазов, которых вы сейчас видите тоже. А так вообще здесь вот так. Но сама вода очень красивая, вот прозрачная, чистая. Очень все красиво. И еще здесь, к тому же, много медуз. Поэтому, ну, по крайней мере, днем. Сейчас я их не вижу, но днем они тут точно есть. Что-то они там изучают. А? Где? Я не вижу. А, вот эти? А, ну это их, наверное. Не, это какая-то штука. Крышка. Типа, да-да, типа целкового чехла, что-то такое. Ну, это, наверное, их штука. Так, пройдемся в другую сторону чуть-чуть. Вот так вот. Посмотрим, что у нас тут. Потом уже пойдем в нашу сторону.
Мы, друзья, живем вот в этом месте. Здесь у нас полицейский участок. И одна минута. Единственное, что наши окна, к сожалению, не выходят вот на эту красоту. Вот, поэтому, если есть желание увидеть вот эту красоту, то надо выходить из дома, что, в общем-то, не так сложно. Минута делов. Такая вот ночная жизнь протекает в местечке Шленди на острове Гоза. А? Где? Здесь единственное, что видишь, тут нету вот этих, как на Мальте, агрессивного такого движения. Вот этих дискотек. На Мальте сейчас были, когда были на Мальте, друзья, последний остров, прибыли сюда с этого Мальты, этот остров Гоза. Вот, он находится совсем недалеко, минут 10-15 на пароме, но на острове Мальта постоянно идет ночная жизнь. То есть все кипит, все горит, все бум-бум. Вот здесь же, вот мы сейчас наблюдаем, по крайней мере в этой части этого острова, все тихо, спокойно, вот такая вот, обстановочка здесь. То есть такой активной, суперактивной жизни ночной нету. И, естественно, здесь ее нету, потому что здесь еще студентов нет в таком количестве. Все студенты на Мальте находятся, потому что там все эти университеты, эти учебные заведения. И также там главный вот этот Мальтийский университет, куда все приезжают учиться, изучать английский язык. Здесь всего этого нет. Такие вот дела. Так, пойдем тогда. Будем закругляться здесь. В принципе, больше ничего и нет. Если только в ту сторону обратно не идти или, туда дальше идти. Не, но он не здесь. Но они идут по этой улице. Здесь, по этой? Зато мне нравится, что везде есть туалеты по улице. Да, кстати. Очень странная вещь, здесь на этом острове, везде вот по улице идешь, даже не только в этом районе, а в других районах, идешь по улице и просто стоят, не просто будки стоят туалетные, а именно помещение. Заходишь, огромные, большие туалеты, не знаю, кому пришло в голову это делать, но сделали это очень грамотно, то есть такая нормальная тема. Так, все, мы возвращаемся уже обратно. Что, друзья, пока буду выключаться. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся на острове Гоза.